В связи с тем, что у нас недобросовестный подрядчик, почему мы не отконтролировали и выпустились под контроля подрядную организацию, и они не доделали? Подрядная организация мотивирует тем, что не хватало в тот период сил и средств. Вот тот период уже прошел. А восстановить-то они должны. То есть я понимаю, что они с июня месяца закрылись, их не было в городе. Они же были в городе. Поэтому почему не доделана работа? Предписание-то было выдано. Давайте сразу подрядную организацию здесь, да? Северный поток здесь? А скажите, вы третий уже, у нас все остальные живы? А? Все живы. Все живы? Вы в Северном потоке работаете? Да. Точно не у Погосяна? Нет. Тогда поясните, почему не сделали? Забыли про эту яму. Это не яма, если вы видите, там участок.